Итак, я приветствую вас на канале Asmodee Play. Сегодня мы играем в Tomb Raider. Только начинаем. Ну и на средний, думаю, нам вполне достаточно. Один известный путешественник сказал. Так. Исключительно не мы. А что мы делаем? Что мы делаем? Все верно. Я отправилась на поиски себя. И приключилась. Но приключения сами нашли меня. Это превосходно. Треугольник дракона, южная часть Японии. Так, ну, мы в Японии не были, поэтому предположить не можем, что это за южная часть. Но тем не менее. Давайте посмотрим, что у нас ожидает. Тяжелые минуты. Когда жизнь проносится перед глазами. Мы находим то, ну? Что нас поддерживает. И что же нас поддерживает в данный момент? Давайте посмотрим, то, кто же это. Что придает нам сил. Кто тот герой? О. О, кстати, красиво прыгнула. Там острые края, как раз пузом на них и кишки наружу. Здорово. Падение вниз с высоты, спиной в воду. Прекрасно. Итак, давайте. Что, мы уже плывем или еще нет? С чего у нас игра начнется? Выплывание. Тонем. Я не хочу умирать, я хочу жить. Давай. Так, это я. Бог знает где. Как будем выживать, пока неизвестно. Она истекает кровью. Это... Давай, давай, дыши, черт тебя побери. Я так и знал, что произойдет. Ну, хватит, док. Вот это бардак. Я здесь. Да кто ж тебя слышит-то? Ну нет, медведь может и услышит сейчас. О, не медведь, но кто-то по мордам дал. И че? Где это мы? Нас везут, несут, тащат. Вот с какой целью? Да. Нашли себе девчонку красивую в кожаных штанах и сразу к себе потащили. Ну что за пагубные извращенцы? А как же в кино сводить? Ой, я чувствую, я вниз головой вешу. Так. Вот тебе конфетный период. Даже цветочек не подарил, тварь. Так. Замарашка. Грязная. Грязная как. Что есть? А, я говорю уже вверх ногами. Какая прелесть. Что у меня? Есть будете? Давай. Так. Ну, тебе не выбраться. Ну не выбраться тебе сейчас пока что. Раскачивайтесь влево. Право. Право. Влево. Назад. Вперед. Вниз. Господи, я сейчас его подожгу там. О! Я не могу так умереть. Так. Подождите, а мне этот... А, вот. Так. В одну сторону мы раскачались, теперь в другую. Мне будет больно. Так, конечно. Ты еще не представляешь, как больно тебе будет. Ну давай. Нам надо подпалить веревки. Вот так. Ах, твою что это извращение. Тут еще пика. Мимо. Мимо. Ну, в нас что-то впилось. Стрела. Нет, арматурина. Так. Нажимайте. Нажимаю. Давай, тащи, 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 тащи. Давай, солнышко. Живи. Живи.
Так. Вперед. По костям. Не сдавайся. Поднимайся. Давай. О боже. Нет, нет, нет. Кто там? Так. Начало как какой-то хоррор. Кто это? О, смотрите. Вроде бы как еще одна девушка. Так. Ну давай, извращенец, покажись. Факел. Давай. Бери. Так. Получено новое снаряжение. Господи, так я что, еще могу здесь что-то понабрать? Мог и этот факел взять. Что я тут могу? Поджечь что-нибудь. Чтоб полыхнуло все. Банки, помои, мусор. Господи. Сколько шума. Так. Удерживайте, чтобы... Так, ага. Поджечь можно. Хорошо. Теперь я согрелся. Это уж точно. Ну, что-то быстро доски прогорели. Так, слушайте, кто-то бормочет. Хэп, хэп. О, нет. Вдруг он услышит. Вдруг он услышит. Так, приседание. Приседаешь? Нет. Пока что не приседает. Так. Факел погас. Инстинкт выживания. Нажмите Q, чтобы осмотреть окрестности. Так, что мы видим? О, сверху опять что-то. А, с развитым инстинктом. Ничего. Можно поджечь. Можно. Давай. Так. И поджигаем. Давай. Вот здесь все к чертям собачьим сгорит. А, нет. Так. Это маленько не так, как я ожидал. Ой-ой-ой. Давай, солнышко. Давай, ползи. Пусти. Пусти. Давай. Вот по морде тебе, по морде. Ага. Тогда ты меня вниз ногами подвесил. Ой, вверх ногами подвесил. Помощничек. Так. Вернись. Не вернусь. Помочь он хочет. А почему? Мне так не кажется. Давай, 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 красавица. Бежим. Не обращай на него внимания. Ты его даже не знаешь. Это плохой незнакомец. Так. Найдите выход. Сила воли. Так. Надо выбираться отсюда. Так, так, так. Ну-ка. Ну давай, залазь. Или что? Так, понятно. Огонь. Слава богу. Так. Огонь, у нас есть огонь. А это еще что такое? Что, чтобы это ни было, мы подожгем это. И это тоже подожгем. Мы все здесь спалим, если нам понадобится. Так. Идем. Идем, солнышко. Так. Так. Ох ты. Чувствую, нас ждет хорошая приключенница. Так. Ага. Так, что-то я упустил где-то, видимо. Так. Давай-ка подождем, посмотрим, что будет. Так. О. Давай, 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 давай.
Там уже все сгореть должно будет. И толкаем. Так, ну мы подожгли. Оно должно гореть. В чем проблема? Интересно, запрыгнуть я на нее откуда смогу? Вот отсюда. Давай. Так, мы это подожгли. Мы сюда туда даже добавили. А, вон оно, что, Михалыч. Вот. А теперь толкать, когда она нагружена уже. Все понятно. Ладно. И опаньки. А подкушеньки. Куча хлама, еще и подожженного. А там мина была. Ну и так бы бабахнул. Конечно, надо уходить отсюда. Давай, сваливай. Ох, мне бы твой потенциал бы открыть. Давай, 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 давай. Чтобы знать, что ты умеешь. Ай. Ах. Ох. Хорошо, я прокатился. И главное, бесплатно. На жопе. По камням. Прыжок. Цепляемся, бежим. Прыжок. Прыжок. Мы просто бежим. Раз нам надо отсюда поскорее свалить. И опять он. Опять он. Господи. Я что-то не понял. Мне ногу прищемило. И задавило камнями. Так, ладно. Акробатика, загрузка. Так, раскачивайтесь на перекладинах. Ага, надо было ему по морде сейчас дать. Так. Так. Вот. На F. По морде. И вот теперь его раздавило. Я надеюсь, раздавило. Так. И прыжок. Стой, 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 да брось этот факел. Давай, давай, ползи. Ползи, 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 ползи. Господи, эта игра клавиатурой уже начинается. Давай, 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 солнышко. Ты выберешься из этого страшного, мрачного места. Вот так вот. Дальше давай, 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 давай. Работай ножками. Ножками. Еще, еще, еще. Выбрался. Выбрался. Ха-ха. Я бы еще камням не проигрывал. Не, ну один раз проиграл, да. Каюсь. Но сейчас это совершенно другой разговор. Итак, где я? Оглянись. Посмотри. Что здесь у нас имеется? У нас имеется здесь разбитый самолет. Наш. Мы, получается, были внизу, разбитый пароход. А, так вообще кладбище какое-то всех подряд. Кораблей, самолетов. Вот так вот. Да. Хороший остров. Вот у меня опыт. Опыт, когда наберется, вот что-то, видимо, дадут. Какую-то способность. Я так понимаю. Так. Давайте посмотрим, какой предмет здесь у нас. А, так, понятно, в движении он не работает. Так. Так, если мы... Давайте я попробую все-таки, чтобы 10 раз вам голову не парить. Нет, пробовать не буду. Посмотрим, что здесь ловить нам нечего. Допрыгнуть. Нам туда вряд ли получится, да и зачем? Дорога нас пока ведет. На местности пока никого нет. Шлюпка. Персонаж у нас уставший, раненый. Признаки жизни. Найдите следы других выживших. Давай. Хорошо. Так. Ага, водопад.
Вот, кстати. Давай. Ладно, спокойно. Алёшенька, перенеси меня. Спокойно. Командовать должен кто-то один. Давай, давай. Давай, Райдер. Давай, шевели булками. Вот так. Аккуратнее. Ох. Видишь, хорошо, что ты не на каблуках. Так. Маленькая обезьянка. Вот так. Ну, с такой раной еще прыгает кого-то. Ох ты. Будем лезть вперед. Что? Так, вот смотрите, еще один самолет. Как интересно, в водопаде застрявший. Вот, господи, вот действительно красивая картина, если вот так вот увидеть вживую. Я думаю, оно того стоит. Так, мне надо куда? Мне надо на самолет, скорее всего, и потом с самолета. Так, мне надо прыгнуть на самолет. Я так понимаю, потому что больше здесь некуда. Ну, давай. Буква Е, ага. Давай, давай. Игра клавиатуры пошла, пошла, пошла. Право. И вверх. Давай, вот, давай. Умели же раньше самолеты делать. Так. Ух ты. Ладно, хоть время дается еще сообразить на этих кнопках. Я выжил. Я выжил. Ух ты. А вот самолет, походу, дела нет. Ну, не показали, нет, как он вниз упал? Или он еще не упал? А, нет, смотрите, только крыло оборвалось. Все-таки он сгнил. Половина самолета. Хоть отвертку какую-нибудь мне дали бы, что ли. Итак, идем, 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 идем. Что же мы видим? Ага. Два раза прыжок на отвесных стенах. Понятно. Рюкзак с вами. Вот так вот. На. Вот тебе больно надеть. Давай посмотрим, что там в рюкзаке. Сэмми! Сэмми! Значит, они прошли здесь. Прошли. Куда пошли-то вот? Куда уходят слоны? Конечно, можете сказать на север, но нет. Они существа непредсказуемые, эти человечешки. Сэмми? Рот! Кто-нибудь меня слышит? Так, чё, во всем рюкзаке одна рация, что ли? Получено новое снаряжение рация. Так, идите по следам. Идите по следам выживших. Найти следы других выживших. Так, мы нашли. Знаете о судьбе команды? Ну, это основная цель. Смотрите, тут показан наш путь, который мы уже проделали. То тут еще, как я понимаю, должна что-то высветиться. И нам надо идти сюда. Игрок. Давайте посмотрим. Так, уменьшить. Увеличить. О, навыки. Смотрите, навыки. Навыки. Что у нас? Мастер выживания. Звериное чутье. Есть. Два навыка из 9, что ли, прокачаны? Ну-ка, давайте... Ловкость. Есть возврат стрел. Это надо с кого-то, видимо, выдернуть. Мародерство. Это надо обокрасить труп, я, скорее всего, знаю. Розыск. Это надо кого-то найти. Картография. Ну, наверное, карта, искусство, выживания. Вот интересно, кстати, это, видимо, что-то надо мастерить уметь. Сбор костей. Ух ты, посмотрите, тут охотник есть. Это самое мое любимое искусство. Убивать, тяжелый вес, боезапас, грязная борьба. Ух, это вот самое то, что мы будем... Так, снаряжение. Модификация отсутствует. Артефакты. Ну, пока мы не нашли. Но я уверен, они где-то есть. Я просто не знал, что артефакты вообще здесь есть. Маски. Вера. Так, документы тоже пока еще не нашли. Ну и карта. Окей, на. Это на этап. Этап, а наем у нас. Наем нету. Так, давайте посмотрим. Раз есть артефакты, попробую хотя бы найти, может.
Здесь какой-то артефакт и есть. И, кстати, так, В, С, В, Б, Н, М. Клавиши бездействуют. Хорошо. Так, прыг. Давай. Что-то я не понял. А, это задумано было. Понятно. Прибрежный лес. Найдите укрытие от бури. Так. Должна быть пещера. Да. Вот, по идее, так вот. Кстати, я хочу посмотреть вниз. О, там волки, наверное, водятся, медведи, лисы, еноты. Очень страшно. Так, вот, под камушком. У нас спички есть, надеюсь? Посмотри по карманам, пошарься. Так. Ну, костер был. Значит, они здесь были. Это вот, кстати, может быть, одна из меток, которую мы искали. Ой, не пей, не пей. Ну, глисты будут, господи. Люди изобрели фильтр. Тебе знакомо такое слово? Есть кто в связи? Ответьте. Холодно. Надо одежду. А то замерзешь, заболеешь. Температура низкая падает. Давай. И... Что мы видим? Давай. Как будешь разжигать? Камнями? Спичками? Или я за тебя буду разжигать? Или ты по сюжету разжигаешь? О, во. Есть спичка. Одна. Так. Не вспугнуть, не дышать. И... Ап. Ап. Вот так. Замечательно. Ух, я за тебя переживал. Так что поближе как не сядь, согрейся. Вот, кстати, вот какой-то мешок висит. Хоть накидку бы сделала. Так. Будем выживать на острове. Ладно. Пропустить можно. Можно, но я хочу узнать причины. Может, тут показана катастрофа будет. Чем это все? Знакомьтесь, перед вами будущее светило мировой археологии Лара Крофт. За работой. Сейчас она занимается поисками страны Яматай, которой правила Пимика, императрица Солнца. Она же моя прабабушка. Сэмми, это не смешно. Знаю, дорогая. Просто хочу немного разрядить обстановку. Все уже на пределе. Что тебя так напрягает? Я близка к разгадке, это точно. Но не знаю, станут ли они меня слушать. Да и надо ли меня слушать. Лара, ты прекрасно знаешь, никто не разбирается в этом лучше тебя. Я сейчас абсолютно серьезно. Я верю тебе. Рот верит. Разве этого мало? Итак, мы, как понимаем, всё, хватит, на юг двигались. Я хочу выпить. Окей, окей. И я хочу. И Сэм. Я с вами. Спасибо. Так что и мне налейте. Она не всегда такая зануда. Какую-то зашную императрицу будем искать, ага. Я несерьезно отношусь к экспедиции. Не говори так, Лара. Нас финансирует не только семья Сэмми. Я рискнул всем состоянием. Ну, мы все чем-то рискнули. Нас не будут финансировать вечно, Уитман. И поэтому мы должны идти на восток, а не на запад. У нас нет данных. Нет данных, что Яматай так далеко на востоке. В книгах об этом ни слова. Ты просто плохо читал. Книг не нашли Яматай. Я уже обсуждала это с Ротом. Нет никакого смысла идти по чужим стопам, доктор Уитман. Правильно. Новый я путь, новые возможности. Я не готов поставить на карту свою репутацию. Напомню, я здесь ведущий археолог. Давно были в экспедиции без софитов и камер? У меня 30 лет опыта и 2 научные степени. А ваше дело? Вот. Лодка, мистер Грим. Корабль, доктор Уитман, корабль. И это и без степени. Слушайте, строго на востоке лежит треугольник дракона.
Именно туда нам и надо. Именно Лара, туда. Птенчик мой. Кстати, я согласен. Я пойду за тобой хоть к черту, но там плохая энергетика. И страшные бури. Рядом с ним Бермудский треугольник, просто ерунда. Но я с вами. Легенды гласят, что императрица Пимика умела вызывать бури, а в мифах обычно есть доля истины. Что если значит, какой-то артефакт прямо в треугольнике? Вот, смотрите, спутниковые фотографии треугольника дракона. И что она показывает? Мне это не нравится. Там вода, значит, пройдем. Неужели вы это серьезно? Помню, да, сидят. Права. Есть у вода, нас значит, нет денег на безделье. Корабль сейчас должен пройти. Или никогда. Лодка, шлюпка. Хотя, как вам еще корабли показывал, что это не мы так. Мы идем в треугольник дракона. Что я тут делаю? Давай. Так, посмотрели. Воспоминания. Теперь мы хоть знаем, куда мы идем. Зачем мы шли? Ну вот, солнышко выглянуло, дождь кончился. Немножко согрелись. Можно обдумывать. Кстати, из какой-нибудь палки можно взять копье. Сделать. Можно найти какую-то. Вот. Накидка есть. Новая галерея. Так, защитите. Найдите пищу. Так, галерея. Лагеря, документы, артефакты, тайники, гробницы. Ох, гробницы это я люблю. Карты сокровищ. Мракоборец. Так. И мы. Давай, давай. Это как-то вот, как, не знаю, как кто. Даже не выразить это. Видите, я их в вас вижу. Ну надо же копье хотя бы сделать. Боже, что так здесь происходит? Вот. Лук. Уже хорошо. Стоп. Лук мне пригодится. Конечно. Только я первый это сказал. Мы видим стрелы. Так. Ну. Здесь видим стрелы. А вот как нам достать лук? Нам надо так, ага, поверху. В дом что, не зайти, что ли? Да вот твою ж мать-то. Мне нужно оружие. Нужно. Нужно, бери. Нужно найти оружие. Так. Давай. Я справлюсь. Прыгай. Хватай лук. И... И... Давай, давай, давай. Твою мать, ну по-другому что никак нельзя было. Хоть бы повисло на нем тогда уж. А то если бы он еще и на тебя... Так, самодельный лук, получено новое снаряжение. Так, мы видели, что еще стрелы здесь есть. Ты можешь владеть самыми передовыми технологиями в мире, но это ничего не значит, если ты не умеешь сосредоточиться. Это ключ к успеху. Ой. Я хочу есть. Конечно. Я должна найти еду. Так. Это место тут неспроста. Это вот сюда. И еще стрелы. Давайте посмотрим, что у нас вообще есть. Так, игрок. Игрок, ага. Навыки. Снаряжение. Так. Модификации. Нет. Комета, лук огненный, напалмовые, разрывные. Так, документы, ну этого нету пока, карта, навыки, просмотр. Так, это есть. Так, сбор костей, ну это снаряжение. Комета, это комета, а,
Это такая штука, которая с веревкой. Так. Модификации. Нет. А где у нас? Посмотреть, сколько у нас всего чего-нибудь. Рюкзак или как-то. О. Какая-то коробка. Кто же оставил их здесь? Тайник. И что это навыки дает, нет? Так, охотник. Ну, охотник. Нет, а вот снаряжение. Нет, артефакты. Нет. Что за коробка-то? Так. Артефакты. Документы. Документы. Ну, документов нет, это, по-моему, на всю игру, что ли, распространяется так. Так. Ага, вот. Итак. Это наш лагерь, наш огонь. Мы отсюда шли, шли, нашли убежище. Мне нужна лань, я видел ее. Вот сейчас за ней будем охотиться. Так. Но сначала, так, это она внизу. Смотрим на карту. Где у нас карта? Карта тап, ага. Ну все, можно спускаться. Хотя подождите. Рано еще спускаться. Так. Вот так. А, максимум у меня стрел. Ладно. Ну. Так, что, будем по птичкам стрелять? Ну. Ладно, стрелы пока оставим. Так. Итак. Давай. Да я с одного выстрела. И разделывай тушку. Или ты хочешь так вогнать ее? Вот убийца. Пожди. Ты сначала убей ее хотя бы. Что ты ее живьем хочешь резать? Ну вот. Так, ты живьем режешь, что ли? Шею бы вспорола. Всякого ума не было бы. Да, игра будет кровавой, как я понимаю. Жаль. Я люблю животных. Надеюсь, до людей дело тоже дойдет. Все, пора в лагерь. А то... Лара, при тебе не всегда будет крутой гаджет, который подскажет тебе, где ты находишься. Так, пора. Научись читать землю и звезды, и ты всегда найдешь дорогу домой. И... Так... Что мы имеем-то? Мы что-то приобрели. Навыки, может. Ловкость.
Охота. Так, охота тоже, снаряжение. Кометы нет. Так. Лагерь мы знаем где. Давай-ка сначала обойдем и посмотрим. И еще один. Вот так вот. Вот так. Что мы видим? Так. Смотрите. Это можно собрать. Вот так. И... А стой. На. На. Вот это я позанимался извращением. Ну ладно. Я знаю, где взять стрелы. Кстати, они, возможно, мне понадобятся. Но я не расстраиваюсь. Раз мы игру только начали, стрел нам должно хватить. 17. Да. Я вообще-то тут хочу артефакт найти. А не вас убивать. Ну хотя мне опыт тоже нужен, да. А не тот ли этот олень? Так. Не поди, чтобы кости всякие доставать, надо нож какой-то иметь. Ага. Это поджечь, наверное, надо. Что мы видим? Вот. Это заяц. Так. Что тут у нас? Мы подстрелили его. Ам-ням-ням. Так. И потихонечку опыт, да, возвращается к нам. Так, опять кустарник какой-то, орешник. Ну, я думаю, поди хватит. Хотя, подождите. Вот, что ты стоял и смотрел? Бежал бы, глупыш. Все. Вот я, допустим, бегу сейчас. Я не хотел, честное слово. Оно само. Осталось мало дичь. Теперь охота в этом районе будет приносить меньшее количество. Понятно. Так. И. Опаньки. Вот смотрите, что-то сверкает. Цифры. Какие-то координаты? Он хотел, чтобы их нашли? Так, цифры какие-то, координаты.
Ладно. Какие-никакие. Так. Не падай духом. Так, ну-ка давайте по карте я сориентируюсь, где я. А, вот. Вот сюда мне надо. Только, насколько я выяснил, здесь бывают ягоды. Это зайцы. Так. Вот такие вот ягоды. Не знаю пока зачем. Они, наверное, лечебные. Но тем не менее, они у нас есть. Видимо, дальше по сюжету они покажут, на что они способны, эти ягоды, плоды. Отнесите мясо в лагерь. А тут ничего нет у нас. Так. Опыт у нас есть. Навыки. В меню навыков используйте полученный опыт на развитие способностей. Звериное чутье. Так, искусство выживать. А, у меня один навык. Но я пока... Так. Ну тут закрыто еще, как я понимаю. Это надо в совокупности с чем-то открывать. Охотник. Мастер выживания, твердая рука. Ага. Тяжеловес, вы правильно распределяете нагрузку, можете нести еще больше боеприпасов. Так, ну я думаю, я не буду пока ничего качать. Потому что навыков очков всего одно. Вот. А что мне надо, я пока не знаю. Поэтому... А, мне надо что-то все равно прокачать. Я не могу уйти, да? Так, мастер выживания. Искусство выживания. Так, за разделку животных. Итак, наверное, поиск запчастей возьму. Так, это что, сбор костей? Ну или вот. Вот, наверное, вот это вот тоже. Хоть не хотелось, конечно. Так. Вы можете собирать запчасти для оружия с туш убитых животных. Неплохо. Понятно. Так, защищенный уступ. Лагерь. Я Конрад Рот, капитан Эндюранс. Наш корабль... Вот рация заговорила. Треугольники дракона. Рот! Лара! Ты жив? Спокойно, спокойно. Как ты? Что с тобой случилось? Со мной все нормально. Берег. Потом темнота, и я очнулась в пещере. Там был какой-то сумасшедший Рот. И мертвец. Боже. Где ты сейчас, Лара? В безопасности? Мне было так страшно. Это я во всем виновата, только я. Лара, слушай меня. Я успел послать сигнал бедствия Сент-Юранс, прежде чем покинул корабль. Надеюсь, кто-нибудь его принял. Да, ну тоже надеюсь. С остальными. Все сходимся ко мне. Это будет Робинзоном здесь ходить. Пожалуйста, тем более, не, ну хотя навряд ли. Я должен оставаться здесь. Это же кладбище целое. Лара. Кораблей. Помнишь подъем на Сноудон? Так что. Ты тогда сказала. Главное, помнить, что нужно идти дальше. Найди путь на гору через развалины. И не выключай рацию. Хорошо. Хорошо. Ладно. И... Так, продвигайтесь вперед, найдите выход из леса. Давай. Музыка? Музыка? На сегодня все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки.
увидимся в следующем видео. Пока!